Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Внешний человек показывает практичность как ширму для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Окружающие уважают этих людей, постоянно к ним прислушиваются, ценят их мнение, слово человека. Человек с этим именем ценится и стоит дорого, но не стоит забывать, что дружеские отношения с этой личностью просто опасны. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Чувствительность у обладателей этого имени очень высока. Это можно сказать и о половой силе таких людей. В целом, владельцы этого имени с точки зрения эмоциональности и сексуальности можно назвать противоречивыми, ведь эти люди могут быть преданными, живыми и искренними, но в то же время застенчивыми и очень ранимыми. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.